Продолжаем выпуск. 11 лучших региональных предприятий и организаций отмечены переходящими стандартами губернатора. Соответствующие почетные знаки были вручены руководителям в торжественной обстановке в рамках праздничных мероприятий в преддверии Дня Конституции, который ежегодно отмечается в России 12 декабря. По словам губернатора, в основе Конституции Российской Федерации заложены основы, которые позволяют гражданам быть едиными. Многонациональная саратовская земля созидается усилиями всех ее жителей. Энергия добрососедства и гостеприимства подпитывает чувство патриотизма в каждом народе, от Петровска до Красноармейска, от Балашова до Озинок. У нас могут быть разные корни, но живем мы на одной земле и по одной конституции. На мероприятии также были вручены 7 свидетельств участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в России соотечественников, проживающих за рубежом.